К такому закаливанию здесь привыкли. Курсанты ТВИКа уже не первый раз поддерживают всероссийскую акцию «Быть здоровым модно». Практически одновременно 16 российскими регионами молодые люди облились холодной водой. Как ощущения? Прекрасные. Не замерз? Нет. Кому-то бы заново родился. Первый раз это? Нет, не первый. Каждый год, это уже традиция у нас, проходит второй раз. Вот, и я второй раз не участвую. Закаливание в ТВИКу – обязательная программа. Ее ввели в образовательный курс. Два раза в неделю будущие военные тренируют силу духа. Программу закаливания «Холодовой заряд» разрабатывали вместе с региональной федерацией зимнего плавания. Исследования показали, что военным такие тренировки могут спасти жизнь. Чтобы курсанты, будущие офицеры, ознакомливались и понимали, что такое холодная вода, как себя вести, если он попадет в экстремальные ситуации, чтобы спасти себя в первую очередь и выполнить боевую задачу. Ну и поправить здоровье закаливание помогало всегда. Сами курсанты разницу уже почувствовали. Чувствуешь уже себя на холоде намного увереннее, ты не мерзнешь, как остальные. Ну и плюс, помимо того, что физическое, ты еще морально себя лучше чувствуешь, то есть настроение хорошее, после купания особенно. Проект «Холодовой заряд» поддержал фонд президентских грантов. Закаляться теперь смогут не только курсанты ТВИКу, но и все желающие. Это мобилизационный резерв, это будущие курсанты, это будущие военнослужащие, которые будут способны и не боятся выполнять любую задачу. Люди набираются, эта система, она постоянно, может быть не 300, может быть больше. Здесь двери у нас всегда открыты для всех. Курсы по зимнему плаванию пройдут в течение полугода. Тюменские маржи надеются, что после их практику масштабируют на всю Россию. Екатерина Кальченко, Евгений Проскуряков, Тюменская служба новостей.